Zagnus. Как пидать Zagnus? Ох, Zagnus. Как пидать Zagnus?
завязывай. А я-то думал, стоит... Вот дерьмо-то, а! День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого чувака. Дерьмо-то, а? День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. Говорит новый русский знакомому сталкеру. Это будет золотую рыбку мне подарить. Бабла кину, сколько скажешь. А то у пацанов у всех на суде есть, а я один вроде лох получаю. Сталкер обалдел. Так это говорит артефакт такой радиоактивный. Новый русский. Не, ну харе, артефакт, артефакт. Я же у них трусы пошли.
И эта фигура ему сказала, чтоб валил отсюда прочь. Мол, не мешай, мы тут работаем. Ну? Ну, парень пересрал, понятное дело. Он такого в глаза раньше не видел. Правда, он утверждал, что было это на радаре. Ну, вы понимаете. Пьяный. Конечно, пьяный. Что, да если бы я трезвый был, я бы за 5 кило... Здорово! Чего тебе, сталкер? Я тебя слушаю. Раз начальство там чего-то исследует, то должна быть какая-то конкретная цель. А нам что? Мы на подхвате. Вооружены и очень, как говорится, очень опасны. Кстати, слышали? Говорят, что все, что происходит в зоне, имеет неземное происхождение. Типа эксперимент инопланетян над людьми. Мол, эти твари готовят плацдарм для вторжения. Разрабатывают планы. Здесь, в зоне. Как на полигоне. Угу. Говорят, что артефакты — это бомбы, которые в один прекрасный момент сдетонируют. А так как их растащили по лабораториям, то будет уничтожена куча научных ресурсов Земли. Логично. Можно в это, конечно, не верить, но кто знает. Может, тот, кто за радар ходил и может сказать. А кто реально будет? Второго у меня сталкер, вернувшись. Мычат что-то, слюни пускают. Вот и лезут мысли подобные. Я вот думаю, может, эти уродцы инопланетные вместе радара поставили поле какое-то свое защитное, которое стирает мозги, как наждак. А? Чего с перепоя не бывает? Смысл, смысл. Лично я особо над смыслом не задумываюсь. Есть поставленная задача. За выполнение платят нормально. Я так понимаю. Здорово, тебе чего? Там чего-то исследуют, то должна быть какая-то конкретная цель. Апгрейд или ремонт? Все захреначим. Синий изолентой. Да, тут крути, не крути, маракуй, не маракуй. А все равно выйдет так, как командиры скажут. Ну, или как зона решит. Я так считаю. Жаловаться на судьбу — это никуда не годится. Дело свое делать надо. И стараться, чтобы лучше всех остальных. Вот и все. А я все равно не понимаю, как оно все в зоне устроено. Начальство умное. Все разобраться. А вот анекдот. Заблудился как-то вояка в зоне. Идет, значит, куда глаза глядят и кричит: люди, отзовитесь, кто-нибудь, ау! Тут его кто-то догоняет и хлоп сзади по рюкзаку. Он оборачивается, а там, опа! Я так понимаю, раз начальство там чего-то исследует, то должна быть какая-то конкретная... Будет еще какая проблема? Подходи. Хорошим людям я всегда помню. Очень, как говорится, очень опасно.
Я тебя слушаю. Вот молодец, живой пришел. Будешь неподалеку, заглядывай. Да-да. Вот так вот.
Если что, вы знаете, где меня искать. Здравствуй, здравствуй! Ну, как будешь у нас на болотах, как говорится, милости просим. Все, грех нам на жизнь жаловаться. Слава богу, не с каменными топорами бегает. Если что, за себя постоять можем. Попутного ведра! Я тоже. Вот так вот. Исследованием никаких не занимался. Тот, кто такого шатанга крутого тоже подъедет. Тебе чего? Если есть... Все течет, все поломалось, ничего не меняется. Запомни, сидим хороший спокойно, стрелок. Водочку кушаем, а завтра уже певеться куда-то надо. Привет, сталкер! Что скажешь?